Доброго дня, чи чуєте ви нас? Доброго дня, так, чую. Скажіть, будь ласка, власне, що зараз відбувається? Ми розуміємо, що ці ось люди зайшли до будівлі, що вони шукають і чи не зупиняється робота вашого телеканалу? Чи можете ви далі виконувати свої функції? Ну, надо сказать, что эти люди, я так понимаю, что это сотрудники Следственного комитета и комитета по борьбе с экстремизмом, они пришли в здание телеканала АТР сегодня в часов 11, 10-11 это по Москве. Они сразу начали обыски всех кабинетов, они проверяют столы, они проверяют видео, они проверяют компьютеры, они изымают видео, которые их интересуют. В частности, их интересуют все события, которые касаются 26 февраля прошлого года. Митинг возле здания сейчас Госсовета, тогда Верховного Совета Крыма. На данный момент обыски продолжаются у нас в кабинете, ну, где я работаю, это новости. Никого уже нет, но люди, сотрудники ОМОНа до сих пор держат здание телеканала в оцеплении. Никто пройти на территорию телеканала до сих пор не может. Буквально несколько часов назад мы вновь появились в эфире аналогового телевидения. По каким-то причинам мы не вещали, только на спутнике. Сейчас мы есть и в аналоговом телевидении, в эфире, и на спутнике. Обыски продолжаются. Можно сказать, что сотрудники Следственного комитета и комитета по борьбе с коррупции, они не разрешали руководству телеканала давать интервью во время обыска, ссылаясь на то, что идет следственные мероприятия на территории телеканала, и якобы никто не имеет права давать комментарии. Софія, дозвольте уточнити. Перш за все, ці люди, які проводять обшук, вони шукають відео, зняте 26-го у Криму, так? Да, 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 это был митинг, это был огромный митинг, где была давка, если вы помните, это был так, митинг, да. Крымско-татарский митинг. Тогда вследствие этой давки погибли два человека, и они якобы ссылаются на то, что телеканал не предоставил видеоматериалы по этому мероприятию. Но на самом деле телеканал предоставлял все мероприятия, которые, все видеоархивы, которые мы, наши сотрудники, коллеги успели заснять на митинге. Ага, и дозвольте еще запитати, біля будівлі телеканалу АТР збираються якісь люди, хто ці люди і чи справді фіксуються їхні обличчя, імена з співробітниками ФСБ чи слідчого комітету, насправді ми не можемо точно сказати, хто ці люди там. Это не сотрудники ФСБ, ага. это представители полиции. Ага. Подъехал автомобиль с логотипом полиции, из громкоговорителя людей уже несколько часов предупреждают о том, что это несанкционированное собрание, и это собрание может повлечь за собой административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей. То есть они мирно, вежливо пытаются, они просят людей разойтись, но люди не расходятся, если удастся, я вам сейчас покажу. Ага, а скільки цих людей за вашими підрахунками? Хто ці люди? Це активісти місцеві? Хто саме? Это местные жители, это зрители телеканала АТР. Они вот сейчас собираются под воротами. Я вот сейчас попытаюсь открыть окно. Виведіть на весь екран, будь ласка, щоб краще було видно. Ага, дякую. Бачимо, можете кількість приблизно назвати, тому що нам трошки важко порахувати звідси людей? Около 100 чоловік. Ось зараз до сих пор із громкоговорителя йде предупреждення сотрудників поліції про те, що це не санкціоноване собрання. Софія, дуже дякуємо вам за включення. Стежимо за телеканалом АТР. Ми розуміємо, наскільки важливі вільні медіа будь-де, особливо в тих умовах, в яких опинилися ви саме і мешканці Автономної Республіки Крим. Дякую вам. Дякуємо вам.